Львівмедіа за останній місяць виросло удвічі, але ми далі хочемо рости. Тому нам дуже потрібна ваша підтримка. Коментуйте наші відео, ставте вподобайки та поширюйте. Нам це дуже допоможе. Отдельно хочу обратиться к росіянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Никита. Берёст Никита Сергеевич. Год рождения? 6 августа 2002 года. 2002 год, 29, да? Да. Срочник, контрактник? Контракт. Когда подписал контракт? 1 апреля 2021 года. Полтора года назад, да? И получается, где-то так, да. Сразу подписал контракт? Срочка была? Ну, полгода срочка служил и контракт подписал. А откуда сам родом? Челябинская область, Озерск. Это город, да? Да, это город. Большой? Ну, в населении, наверное, 1090 людей. Угу. Атомное сердце России. Атомное сердце России. Да. И отец, мама? Да, все есть. Все есть, да? Да, отец, мама, братья, бабушка. Только дедушек нету. Братьев сколько? Четыре. Четыре брата? Четыре, да? Брата. Четыре. Младшие? Старшие? Младшие все. Все младшие, да? Все младшие. А папа и мама кем работают? Ну, папа индивидуальный предприниматель, мама военная. Военная какая должность? Должность контролер. Ну, она прапорщик в внутренних войсках. В Росгвардии? Ну, типа того, только у нас конкретно внутренние войска, то есть не переименовывали. А вот папа индивидуальный предприниматель, да? Вот да. Уровень жизни как семьи как? Блин, нормально. Более-менее, да? Более-менее, да, достаточно. Хорошо, то есть после школы ты пошел на срочку и потом сразу контракт, да? После школы я пошел, поступил на ветеринара, но там возникли некоторые проблемы, то есть с учебой. Не учился? Ну, можно и так сказать. То есть, ну, отчислили? Нет, не отчислили, я сам документы забрал, потому что появилась такая мысль, то есть, то, что проще отслужить срочку, типа, сразу, чтобы потом в будущем, после того, как я отучусь на кого-нибудь, меня не забрали куда-то. Вот. Лучше как бы в молодости отслужить, а потом уже дальше двигаться по жизни. Вот. А потом попал, ну, когда на срочку попал, мама там сказала, что есть вариант типа, с ней служить. Там. Либо среднее образование нужно иметь, либо там 2 года где-то отслужить по контракту. То есть, ну, я так принял решение отслужить по контракту. Ну, мне папа, кстати говоря, как в воду глядел, он сразу сказал, типа, ты спрашивает, готов в случае чего умереть за 28 тысяч в месяц? Вот. Ну, такой, типа, говорю, папа, войны, типа, не было, я не думаю, что оно будет. Типа, все будет нормально, никто не умрет. Получилось так, что случилось. То есть 28к получал, да? Да, 28 тысяч. А в Украину, когда зашел, платили больше? Ну, за первый месяц я получил 140 тысяч, а с остальные понятия не имею. Я 2 месяца всего пробовал. Когда зашел в Украину? 6 марта. 6 марта, да? В плен когда попал? Плен попал 6 мая. Ровно 2 месяца. Ровно 2 месяца, да. А должность какая? Да, наводчик. Наводчик? МТЛБВ. Расшифрую. Там многоцелевой тягач легкого бронирования. Военный. Это, ну, мотор. Объясни немного зрителям, в чем работа. Работа? Да, наводчика. То есть, ну, есть многоцелевой тягач легкого бронирования военный, получается. На нем вообще, то есть, он предназначен для того, чтобы возить технику, подбитую с поля боя, там, раненых. Вот. Также у него вот вооружение на вот этой машине, то есть она не гусечная, вооружение на ней это корт 12,7 калибра, то есть крупнокалиберный пулемет. То есть задача наводчика, то есть сидеть внутри машины и стрелять с этого корда. То есть, ну как, по сути, должно работать как, то есть сидит наводчик внутри, у него там есть 2 рычага, которые поворачивают лево, право, башню, вверх, вниз, там пулемет. Получается, электроспуск должен быть. Получается, и там уже прицел должен быть, то есть он идет как через этот, не помню, как называется эта система, получается, смотришь, выглядываешь там, вот. Но у нас техника такая, то, что прицел не работает, то есть отдельно телепается, вот эта рейка сломана, а потом электроспуска нету, то есть нужно, приходится дергать там за веревочку, веревка цепляется за вот этот механизм, ну, за кольцо, ну, спусковой крючок вот этот, получается, и вот так стреляется, то есть. Ну, просто поворачиваешь лево-право, наугад херачишь. Хорошо. В марте
Где зашел? В Украину? Зашел, ну, с Белгородской области, получается. На Харьков? Ну, Харьковское направление. Да, Харьковское направление. И... Циркуны. В Циркуны, да? Да, в Циркуны. Я стоял в Циркуна? Да. Бояк вы сейчас принимал? Ну, крайний раз, когда попал в плен, да. Когда вступление было? Ну да, получается. Вот сегодня нам попадаются какие-то вообще адекватные очень ребята, говорят, что так есть, а никуда не увиливают. Да, это сейчас редкость. Надеемся, что так далее будет. Не, я просто говорю, потому что многие тогда нет, не знали. Я здесь просто уже сижу, в общем, в плену 5 месяцев. Завтра будет ровно 5 месяцев. Я уже более-менее расслабился, размяк, я понял, что все с этим более-менее нормально. Никто меня здесь бить, убивать, за что, ну, какую-либо информацию мне собирается. Ну, то есть никто не бьет, не насилует и так далее, яйца не режет, да? Нет. Ну, да. я это спрашиваю, потому что часто там комментарии, вот, да, как имя еще раз напомни? Имя Никита. Никита, потому что многие русские, типа, думают, что, там, не знаю, где-то ток у тебя из задницы, там, кабеля, да, вот ты сидишь. Я знаю. Нету тока, да, там? Нет, я все слышал. Самому рассказывали командиры, типа, там, вы не имеете сдаться, ну, вы не имеете права сдаться в плен, там, прочее. То есть вы там должны застрелиться, взорваться, там, у каждого должна быть геройская граната. Ну, я считаю, что это бред, потому что каждый человек имеет право на жизнь. Если нет возможности как-то уйти, или еще что-то, ну, как, просто не стреляться же, не выкидывать, не выбрасывать свою жизнь просто вот так вот. Обстоятельства взять в плен? Обстоятельства взять в плен, ну, получается, в подробностях. Нет, очень коротко, потому что все там по чуть не по минутах рассказывают, это очень долго. А, получается, коротко. Наступление 5 числа было, ну, началось ВСУ. Наступление в СУ, да, там на бункер возле Циркунов, там заброшена была часть. А в 4 часа поехали туда, получается, по приказу командира сопровождения танка еще одной МТЛБВ. А танки вторую металлургу подбили, то есть на въезде к бункеру мы подъехали, вылезли из машины, забежали внутрь, там было очень много народу, все в суете, не знали, что делать, получается, бункер оказался окружен полностью со всех там, с посадок. По кругу, то есть, и на самом бункере тоже сидели ВСУшники, вот. А потом, получается, вроде как о чем-то договорились. Я думал, что занять круговую оборону или еще что-нибудь подобное, короче, чтобы уйти без потерь, ну, с минимальными хотя бы даже потерями. Но когда выбежали, я выбежал самый последний, я увидел, что они просто побежали в поле в сторону Циркунов, то есть не отстреливались, ничего, просто стадом побежали. Я забежал обратно в бункер, позже я узнал, что их положили с АГС всех на поле, с нашего же, которые забрали с поста. И вот так вот мы, получается, с 4 дня до 4 утра отстреливались в бункере. То есть нам заливали соляру, масло в систему вентиляции, поджигали это все, дышать было нечего, было везде дымно. Закидывали постоянно гранатами, закинули потом еще слезоточивый газ. С РПО там, нам один раз выстрелили, но оно не сработало, потому что кислорода не было, то есть я разве не зажегся. И вот так вот, получается, в 4 часа утра пошел держать передний вход и наблюдаю такую картину, то, что Дима заходит в трусах, типа, без всего, я такой спрашиваю, типа, а ты что тут делаешь? Он говорит, ну, говорит, у нас ничего, из боеприпасов, говорит, не осталось, мы здесь долго не протянем, тем более, говорит, едет группа Альфа, либо нас сожгут, либо всех взорвут, то есть там просто похоронят. Ты знаешь, что такое группа Альфа, да? Ну, типа спецгруппа какая-то, офигенная такая. Вот, так что, говорит, вариантов нету. Командир сказал, будем жить 50 на 50, каждым по своим заслугам. И как бы я оценил тоже обстановку, мы все прекрасно понимали то, что дальше мы не сможем просто держаться. С Циркунов все командиры отъехали, никто на поддержку к нам не придет. Было принято единственное верное решение, получается, сложить оружие и сдаться. Для тебя это война или спецоперация? Для меня это война. Даже не война, а просто убийство. Нет. Кого? Всех подряд, просто людей. Потому что на войне умирают люди. Много людей, получается, как ВСУшники, как Вот. А ты понимаешь, как Никита, вот, например, это война, да, вот кто напал? Напал? Россия напала. Цели понимаешь? Для чего? Цель? Нет, вообще нисколько. Нисколько не понимаю. Захватить там какие-то земли, наверное, или что-то подобное.
Или просто устроить геноцид, я не знаю. И просто что? Геноцид устроить. Украинское население. Я не знаю, какая цель. А для тебя лично? Вот что было причиной того, что ты зашел в Украину? Приказ командира. Причина. Вообще, моя задача заключалась в том, чтобы я погрузил технику на трал, на кэтл, увез на территорию Украины. И вообще, я рассчитывал на то, что я уеду обратно в ремонтный батальон, технику ремонтировать. Хорошо, я это все понимаю, но вот я называю там россиян твоего возраста, это новая генерация русских, да? Вот как далеко ты был готов зайти ради приказа командира? Ради приказа командира? Да. Я не знаю, то есть это зависит... Лимитов нет. Что? Лимитов нет. Лимитов? У командира лимитов нет. Нет. Ну, понимаешь, вот, например, да, вот почему я ставлю этот вопрос, ты, вот многие говорят, что я зашел, потому что это был приказ командира. Да. Вот командир, ну, полный нахер. Ну, вот выстраивает перед тобой гражданский и говорит стрелять. Нет. Может быть такое? Ну, может. Может быть, я не знаю. Смотря какая начало командира. У нас, по крайней мере, здравые командиры были. Не, я говорю вообще. Ну, вот, в общем, я да, понимаю. Понимаешь вопрос, да, вот приказ да. командира. Надо, если там такой приказ бы поступил, просто стрелять по гражданскому, да, раз. Ну, говорю, хорошо, по ВСУшникам взяли в плен ВСУшника. А ВСУшника взяли? Ну, убить его нет. Я просто такой человек, я бы не смог убить человека, если бы, допустим, вот мне сказали убить, я бы убил. Это невозможно. Мне кажется, вот даже если бы я на посту стоял, там, прошел где-то ВСУшник, если бы он по мне огонь не начал, я бы по нему даже не начал огонь. Ну хорошо, деньги не были стимулом? Нет, не чтобы было. Зайти. Сколько? Потому что... Ну 140к это большие деньги для россиян, не? Для россиян, ну... Для среднестатистических? Да, достаточно большие деньги. Что это в долларах? В долларах, я не знаю. Ну вообще 53 бакса в день, там, двойной оклад. А это все набегало 140 тысяч, да? Ну, да. Ну, по крайней мере, за первый месяц мне столько заплатили. За остальные, опять же, говорю, не знаю. Ты осознавал, что ты пересекаешь границу Российской Федерации в Украину? А, да, я это прекрасно осознавал. Осознавал, да? Да. То есть и большинство русских, то, что они говорят, что они не знали и так далее, большинство знали, да? Нет, скажу. Потому что те, которые захотели 24 февраля, они действительно понятия не имели, что происходит. Просто вот так вот на волне. Потому что... Изначально мы поехали в Курск, у нас должна была быть просто командировка, просто обычное учение. А потом мы вернулись домой, на Новый год съездили, отдохнули, приехали обратно в Курск. Там сказали, вот командиру, то есть ну, слова точь-в-точь были. То есть сейчас будет марш техники в Белгородскую область, там мы грузим всю технику на эшелон, получается на поезд, да, и уезжаем в ФПД, то есть обратно к себе в часть. Все, кончились учения. Вот, получается, марш техники состоялся, моя машина загорелась тоже там. Получается, я остался в Курске, отремонтировал свою машину, поехал в Белгородскую область. И приехал я как раз-таки 23 числа и не доехал километр до места, где выстраивалась колонна. Получается, я там стоял, то есть связи не было сотовой вообще, я пытался связаться с командиром, потом, получается... Проехали мимо ОМОНовцы, то есть остановились возле нас, типа, и говорят, все, там Путин выдал приказ, то есть в 8 часов вечера, то есть на штурм Украины, все. А его ехали, то есть все знали, штурмировали Украину? Ну, по крайней мере, вот ОМОНовцы нам сказали, мы это уже понимали, то есть прекрасно, то, что там на штурм Украины, все такое. Вот, ну и всякие просто попытки связаться с командиром бросили сразу же. Вот, решили там переночевать. Ну, как уснули, все, на утро просыпаемся, колонны уже нет. Ну, то есть окуня начали рубать, да, как говорят здесь? Кого? Ну, то есть вы осознавали, что не хотели идти, да, и просто... Конечно. Ага. Я никак, кто хочет на войну. Вот я никогда не хотел. Не, ну, когда ты, может, хотел, были такие мысли, типа, быть героем, там, все такое. И сейчас, ну, мне как бы 20 лет, ну, зачем это? Ну, мои... хорошо, то все. А вот в марте, когда зашел, ты знал, что куда уже идешь, да? А в марте, да, конечно. А отпетлять не хотел? Петлять? Ну, типа сказать, ну и нафиг. Я как бы рассчитывал, ну, не хотел петлять, потому что я рассчитывал все-таки на то, как должно было быть, то есть увезти туда технику и вернуться обратно, ремонтировать технику дальше. Я не рассчитывал на это. Я не рассчитывал на то, что я останусь здесь. Вот так вот. Мне просто, ну, зарплата, которая была, вот эту 28, мне, в принципе, это хватало. Покушать и взять, там, отложить еще, там, родителям отослать. Вот такое вот. А зачем русским как бы Украина?
Украина? Да я без понятия, честно говоря. Земля, наверное. Ресурсы. Вот я слышал, Мариуполь, Азовстали уже на металл пилят. Типа, да, и пилят на металл, так можно называть. Вот. Я говорю, без понятия. Пшеница-то вроде в России все выращивается, вроде нормально с этим. Да нет, вот здесь тоже было, что там Россия укала на несколько миллионов долларов пшениц. Вот коридоры сейчас делают с Украины, чтобы это все делать. Вот, то есть ты заходил просто от балды? Ну, у тебя идеологии не было, да? Нет. Ну, то есть денацификация, демилитаризация, это все, что Путин говорил? Я за этим явно сюда не ехал. Ну, это все, ну, для тебя это что, это херня? Для меня херня, потому что у меня есть один, по крайней мере, знакомый, то есть я бы его даже другом назвал, потому что долгое время общаемся. Вживую мы с ним не виделись, так по Дискорду общались, то есть... Дискорд — это что? Типа скайпа. А, окей. Да, только для игр там связан, то есть гораздо проще. Там по Дискорду общались, ну, года три, наверное, вместе общались. Он откуда? Вот, он, я не знаю, но он из Украины. Из есть, Украины, да? Да, то есть, а конкретно откуда, я не знаю. Вот, и то есть, ну, он даже себя сам позиционировал как русский, то есть... Он не говорил, что я украинец, еще что-то. Разговаривал только на русском, то есть на чистом русском, никакие украинские слова. Как бы не употреблял, не использовал свою речь. И вот, как бы никогда не говорил то, что есть какие-то проблемы у них в стране, то есть там нацисты, там кто-то кого-то бьет, что-то. Но ты его спрашивал, тебя это интересовало, да? Да, меня это не особо интересовало. Только... Но разговоры заходили? Разговоры, да, периодически заходили, вот о политическом таком. Плане, то есть. Ну, да, вот я смотрю, ты, например, это все херня. Ты это понимал, ты зашел. Но ты понимаешь, вот ты часть политики русской. То, что ты здесь сидишь, потому что ты часть русской политики. Да. Ты инструмент русской политики. Да. Живой инструмент, да? Машина, которая пришла убивать украинцев. Ты это осознаешь? Да, осознаю. И как бы можно разделять Путина и русский народ? Плане разделять. Ну вот есть где-то там плохой Путин, который командует, у него там какое-то там правительство плохое, и русские, которые хорошие, которые не хотят войны. Это можно разделять или нет? А разделять? Ну, вообще, думаю, да, наверное. А почему? Я не особо, на самом деле, ты понял суть вопроса. Типа, смотри, давай. Хорошо, я тебе объясню, да? Вот, условно, есть Путин. А есть Путин. Да, который уже 20 лет, всю твою жизнь. Ты другого президента не знаешь. Ну, Медведев. Ну, ты же сам понимаешь, что это все такое, да? Это все такое, да? Это хоп-стоп, чтобы Путин дальше был. Есть как бы Путин, который там денацификация, демилитаризация, есть русский народ. Русский народ поддерживает то, что делает Путин? А, поддерживают. Ну, то есть разницы нет? Разницы. Просто народ заблуждает. То есть, ну, пропаганда работает. В каждой стране своя пропаганда. Работает у нас своя пропаганда. То есть, все то, что у нас там нацисты, все такое. То есть, ну, потому и поддерживают. А какая еще страна под действием пропаганды пошла воевать и убивать? Под действием пропаганды? Да. Ну, ты говоришь, в каждой стране своя пропаганда работает. Вот, как, назови мне хоть одну страну в мире под воздействием пропаганды, где люди пошли воевать. Я не смогу назвать по одной простой причине. Я мало войн знаю, вообще не вникал в войны. Редко. Нет, ну вообще, ну конфликты какие-то, еще что-то. Ну есть еще одна такая страна, не где знаю. Люди под воздействием пропаганды идут воевать? Знаю. Наверное, Германия. Германия? Вы на это намекаете? Нет, в 21 веке какая страна еще воюет? В 21 веке какая страна воюет? Ну, я знаю то, что, кстати, воюет Армения с кем? Азербайджаном. С Азербайджаном, да. Ну, там территориальные. Ну, да, то есть там как тоже, наверное, у людей своя пропаганда, потому что... Нет, там одни оккупируют других. Ну, там у людей своя пропаганда. Это говорят, на Карабах, это проблема 90-х годов. Вот, я говорю о том, то, что у людей там тоже... территориальный спор. Ну, я вот и хочу сказать, вот то, что у людей там тоже своя пропаганда. Одним говорят то, что это наша территория, а другим говорят то же самое, то, что это их территория. Хорошо, давай они разберем. Оба считаются. Хорошо, сейчас разберем конкретный как бы, пример. Хорошо? Ну, Крым. Это что? Крым — это... Крым. Ну, в данный момент Россия был Украиной. Ну вот, давай разберем, ну ты говоришь, две пропаганды есть, да? Ну. Вот, есть... То есть, давай, ты скажешь, что есть пропаганда русская, есть пропаганда украинская, так? Ну.
Крым, вот, грубо говоря, да, вот 90-е годы распался Советский Союз, ты еще не родился, да? Да. Есть международное право в мире, правда? Да. Ну, то есть, чтобы не было хаоса, все садятся за стол и говорят, та часть там, та часть там, та часть там, да, грубо говоря. Все правильно, все подписали, ударили по рукам. Да. Независимые страны, Украина независимая страна, Российская Федерация российская независимая страна, так? Угу. Крым отошел Украине, так? 30 лет он нафиг никому не нужен, или там 25, и тут хоп, Россия начинает территориальные претензии на это. Ну, да, потому что вот... Понимаешь? Ну, понимаю. И качается вот там в России все время, Крым наш, возвращаемся домой и так далее. Вот с этого все началось. Опять же, вот кто-то, вот здесь я от кого-то слышал, от кого точно я не помню, просто так в толпе разговор, то, что Крым когда-то был подарен Украине. То есть это вот я здесь слышал. Как оно есть на самом деле, я не знаю. Я тебе скажу, это не скрывается, это 54-й год. 54-й год, как бы Хрущев, это этот факт имеется в виду, дал Крым Украине. Угу. Может, откотим еще куда-то дальше? Ну, не знаю. Оренбург исторически чьи это земли были? Оренбург? Да. Без понятия. А чьи это были? Я тоже не знаю. Ну, ты понимаешь, ну вот Крым был подарен в 54-м году. Вот этот штамм русской пропаганды, он здесь есть, да? Я просто, ну, тебе сделаю пример. Например, Сибирь, это русская или не русская? Сибирь? Да. Русская. Хорошо, а ее же завоевали во времена исторически какие? Кто завоевывал? Начал завоевывать присоединение к России? Я историю. Ермак, там, во времена Ивана Грозного и так далее. Ну, то есть, ты понимаешь, вот сейчас вот он когда-то был подряд. Так я скажу, так, пацаны-то и Сибирь не ваша. Ну, так да. Понимаешь? Ну, понимаю. Но это ж дичь. Возможно. До каких времен мы дойдем? Без понятия. Логику понимаешь, что я спрашиваю? Да, я понимаю. Соглашаюсь, если не можешь не соглашаться. Но... Я как бы соглашаюсь с вашей логикой, потому что как бы... Вопрос тогда был решен, мирно, никто не забирал за Крым вооруженным способом, то есть его подарили. Вот. А в 14 году забрали вооруженным способом, потому что русские зашли. Да. Переброска была, зеленые человечки, Путин потом признал это суперспецоперацию с автоматом. Да. А зачем Украина, вот лично Никите нужна, 20 лет Никите, ну, нужна Украина Никите или нет? Ну, нет. Что, без этого неплохо, мне кажется, жила без нас. Правда? Да. А проблемы начались с русскими? Ну, со спецоперацией, так скажем. С войной начались проблемы, я считаю. Не конкретно с русскими. Как закончить войну? Вот. Закончить войну? Да. Я не знаю, как закончить войну. Закончить войну, просто закончить войну. Ну, чтобы как... потом вот этот, президенты там договорились и прочее. То есть. Просто договориться. Ну вот Владимир Зеленский, он говорит, что с русскими о чем говорить? Они аннексировали части суверенной страны. Вот на прошлой неделе. Даже не областя взяли, а просто части областей. Запорожская, Херсонская и так далее. Ну о чем разговаривать? Ну то есть зашли в независимую страну и так далее. Ну логика же есть, Никит. Что сделать? Вернуть землю. Что сделать? Без понятия. Знаешь, сколько людей выехало из страны? Украинцев из-за русских? Нет. Несколько миллионов. А знаешь, сколько умерло? Детей сколько погибло? Без крова, без домов, без ничего. Города, которые там вот... Мариуполь, вот ты сам слышал, да? Азовсталь зашли и пи***ят. Ну, то есть русские зашли не развивать что-то, а просто красть. Вот взяли Мариуполь и просто забирали. Мариуполь же нормальный город был. Наверное, я не знаю, там до войны. Ну, в Харьковской области ты видел нацистов где-то? Нацистов? Да. Ну, конкретно нацистов нет, не видел. Ну, там в России же вот это Скобеева, Соловьева, вот эти все сумасшедшие, да? Они же говорят, что здесь нацисты, нацики. Яйца тебе кто-то пробовал отрезать здесь? Нет. Кормят здесь? Кормят. Более-менее хорошие условия? Более-менее хорошие условия. Хорошие, даже, да? Ну, хорошие условия, да. Жить можно. Как бы. Ну, вот как бы зэки в тюрьме живут, так я понимаю. Ну, извини, фуагры здесь нету. Ну, я понимаю, фуагры. Я это прекрасно понимаю, конечно.
Ну, то есть вот азовцев, которые выпустили, у них минус 40-60 килограммов показывают фотографии. Угу. Русские держали в плену. Опять же, я по радио слышал, там, азовцев, когда возвращали, это еще когда в Харьковском СИЗО сидел, то есть азовец, ну, то есть азовец, которого обменяли, говорил, то, что кормили хорошо, говорит, относились тоже хорошо, говорит, с голода не умер. Русские? А? Русские? Русские, да. То есть, говорит, нормально. Ну, его обменяли еще в самом начале. То есть, их взяли, можно сказать, и обменяли там, через месяц, через два. То есть, говорит, ну, кормили, поили, все нормально было. Относились хорошо, курить даже давали. То есть... Ты хочешь что-то сказать? Сейчас мобилизация идет. Хочешь что-то сказать русский? Да, мобилизация. Ну, вот, говорил уже, меня золотом называл, получается, когда-то тоже на интервью. Я думаю сказать, что ты там сказал. Просто, чтобы люди подумали. Все. Просто главное подумать. Потому что, ну, большая проблема идет от того, что люди не думают о том, что делают. Так бы вот. И желаю только всем, чтобы подумали конкретно, напрягли свою голову, посмотрели на эту ситуацию с их сторон и подумали, обдумали это все. Я бы больше нечего сказать, потому что у каждого человека своя голова на плечах. Каждый думает своим умом.